Можно разбить часы, но нельзя остановить время. Оно неудержимо мчалось вперед. За 3 года гражданской войны жители Одессы потеряли счет властям и армиям, владевшим их городом. Отступай, к чертовой матери, забирай орудие! Отступай, ты куда, Прокофьич? Не слыхал разве, к чертовой матери! А снаряд куда? Откуда хочешь? По адресу, указанному поручиком, вслед за армией Временного правительства отправились армии центральных держав. Армии держав Антанты, белые армии Деникина, жовто-блакитные армии Петлюры и порожденная всем этим многоцветием черная воровская армия Мишки Япончика. Можно украсть часы, но все равно нельзя остановить время, тем более если часы хорошо заведены. Кража вокзальных часов прославила дотоле малоизвестного одесского вора Федьку Быка. Но Федька Бык не возгордился. В глубине души он отлично сознавал, что он вор бездарный, вор-неудачник. Только месяц спустя удалось Федьке Быку найти покупателя. Это был богатый чудак-англичанин, прибывший вместе с оккупантами. Он приобрел у Федьки бывшее одесское время всего за 3 галицийских талера. Но уже через полчаса власть в городе снова переменилась, и талеры потеряли всякую ценность. Федька Бык не знал и не мог тогда знать, что в эту минуту возле зеленого фургона эти 3 талера, полученные от продажи прошлого, помогут ему найти свое будущее. Не знал и я, тогда совсем еще желторотый гимназист, какое значение для всей моей жизни будут иметь эти 3 талера, и особенно тот человек, которому я их отдал. Есть! Кто есть? Те самые 3 талера, которые не хватало на книгу. С ума вы сошли. Власть меняется, а вы... Она менялась и будет меняться. А я уже 2 года ищу стихи футуристов. Ну я прошу вас, пожалуйста, ну что он стоит? Послушайте, я вас умоляю. Я 2 года искал эту книгу. Держите деньги. Ну, лови! Но это не та книга! Ничего, читай эту, хлопче! Поскольку каждая уходящая власть почему-то считала своим долгом послать мимоходом выстрел другой в вокзальные часы, единственный, кто знал счет сменившимся властям, был городской часовщик. Но на этот раз даже он не мог сказать, сколько продержатся новые часы, ибо теперь в Одессе были 2 власти сразу. Рубежи враждующих государственных образований проходили по одной из центральных улиц, и за недостатком более фундаментальных были сооружены из временных материалов. Thank you.
Да, Волочка, две власти в одном городе, это слишком даже для Одессы. Тем более, что Деникин и Петлюра мне, откровенно говоря, не нравятся. Но большевики... О, нет, нет, Володь, это слишком лево. Слишком лево для меня. Идем, Володь. Прости, папа. Чем ты так увлекся, Владимир? Опять футуристы? Нет, Конан Дойль. Осторожнее упадешь. Будь сам осторожен. Уже граница. Помнишь, тебя здесь вчера обругали? Чистая случайность. В принципе, там довольно интеллигентные люди. Панасюк! Панасюк! Черт бы взял твоего батька! Где граница? Куда девалась государственная граница, я тебя спрашиваю? Да я сам ее ищу. Только что была здесь. Опять, видно, какая-то разява оборвала. О, вот она проклятая. Вяжи крепче и смотри мне. Сам ты разява. Гляди вон на Деникинца, никто не обрывает. Так разве ж можно сравнивать, пан Сот? У нас граница что? Гнилая пенька, германский ирзац. А вот у них граница. Английский шпагат первого сорта. Но даже шпагат такого высокого сорта, как английский, не всегда может служить надежной гарантией. Это была первая оплеуха, полученная бывшим преподавателем мужских и женских гимназий Алексеем Петровичем Казаченко за всю его 60-летнюю жизнь. Эта оплеуха основательно укрепила его отрицательное отношение к власти Деникина. А ну пошли, пошли! Пахомов! Исправь границу. Я ушел по важному делу. Минут на 40. Слушаюсь, отбой! Папа! Как ты? Вторая пощечина, полученная моим отцом на исходе этой несчастной минуты его жизни, окончательно определила его отношение к Петлюре. И, кроме того, имела еще одно немаловажное следствие. Что с тобой, папа? Что с тобой? Ничего, 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 ничего. Меня что-то сильно качнуло влево. Хоть бы уже пришли твои большевики. Ты серьезно? Боже мой. Возможно, да. Во всяком случае, нужна какая-то другая власть. Очень извиняюсь, граждане, дальше нельзя. В чем дело? Опасно для жизни. Но... А что? Что здесь, собственно, происходит? Ничего особенного. Налет. Саша Червин идет. Он не любит свидетелей. Граждане, будьте так добры, не откажите в любезности, повернитесь мордами к стене. Не поворачиваться. Это может повредить вашему здоровью. Все в порядке, Саша. Кто они такие? Ничего особенного. Это же расклейщики афиш. Почти свои люди. Мы ж получаем с театра контрибуцию. Ну что ты стоишь, интеллигент вонючий? Клей! Послушай, как... Клей! Володечка. Володечка. Не поворачиваться, а то ты будешь клеить последний раз в жизни. Ну вот тебе и третья власть в городе. Папа, ты знаешь, кто такой Сашка Червин? Я знаю одно. Среди моих учеников его не было. Это же самый страшный налетчик в Одессе. Какое мне дело до этого? Знаешь, каким приемом он стреляет? Не вынимая рук из карманов, через шинель, прямо в живот врагу. Не оборачивайся, слышишь? Не оборачивайся. Зачем оборачиваться? Шерлок Холмс никогда не оборачивался. Федька, пошли. Ты следил за мной? Господа граждане. Кто тебе велел следить за мной? Никто. Честное слово, никто. Просто мне показалось, что я узнал вас, господин поручик. Какой поручик? Он еще мальчик, Саша. Глупости. Я, кажется, учил вас не оставлять свидетелей. Не жалеть их, ибо они вас не пожалеют. Все. Отойди. Не надо, Саша. Отойди. Не надо, Саша. Нам пора, Сашенька. Старик уже не свидетель. Он уже потерпевший. Еще одно мокрое дело. Зачем? Ну пойдем, Сашенька, пойдем, моя любочка, пойдем.
Володя! На помощь! Помогите! Убили. Володя, сыночек мой, убили. Володя! Не тряси меня, не надо. Володя, ты жив? Володя, ты жив? Кажется. Он ранил тебя куда? В живот. Шерлок Холмс. Я когда-нибудь верну ему эту пулю. Ты с ума сошел? Скорее, Володя, опять стреляют. Сумасшедший город, сумасшедшее время. Когда ж придут, наконец, большевики? Эй, что там случилось? Опять власть меняется? Нет, фургон украли, украли фургон. Стой, куды, пропуск давай! Ой, люди добрые! У меня кони! Фургон украли, а он пропуск пусти! Беги, дядька, по той улице кругом, там нейтральная зона, никакого тебе государственного строя, и вы по новой бежите туда быстро! Куди? Туды. Пропуск давай! Нема. Ну, якщо нема, то нельзя, иди обратно. Як нельзя, то не треба, піду обратно. На, бери. Чего, Маруся? Стой, говорю тебе, чтоб ты пропал! Нельзя, догонят, убьют! А зачем ты этих коней воровал, что к тебе холера взяла? Так разве удержишься? Ты посмотри, кони-то какие, огонь! Ты же обещал мне пошутки не воровать! Стой! Ну, Маруся! Стой! Что тебя на том свете удержало? Сейчас же останови коней! Останови коней! Ты красавчик. Червень? Ты куда это девался? Чего кривишься? Не хочешь работать со мной с червнем? Много честь. Почему так? Да потому что вас мокрые дела, я честный конократ. Ну а что? Будешь работать со мной, понял? Перекиньте товар на его фургон. Не надо, червень. Все равно не пойду. Ну а это видал? А это видал? Работать он на тебя пойдет, а как же? Пусть на тебя черти в аду работают, я тебе за него глаза выцарапаю, бандюга проклятый! Ого, а это что такое? Ты глупо сделал, красавчик, ты женился? Да нет, сестричка. Ах, сестричка. О, а почему она такая у тебя сердитая? А ну, покажись. Ого, какой степной цветочек. Морской, морской цветочек, они ж с дофиновки рыбаки. Не лезь в разговор. Очень хорошо, я на тебя женился. Как тебя зовут? Фу, ты еще и имени не знает, а уже женится. Чтоб тебе на ведьме лысой жениться. Жених нашелся. Вот они, мои коники! Детки, убьют! Убьют! Кого убьют, Володюшка? Нас или его? Кони, кони! Родные! Вот здесь будет спокойнее. В наше время, Владимир, самое лучшее переждать в хорошей подворотне. Пусти же, бандюга проклятый! Ой, кажется, мы попали не в ту подворотню, Владимир. Помогите! Пусти, как же ты? Пусти же, благородный! Это же женщина! Я прошу! Я требую, наконец! Отпусти ее! Ты жив? Володя! Скорей! Беги, Белый Фомочка, беги! Скорей, Володя! Скорей! Скорей!
Действительно менялась власть и менялась уже навсегда. Но нелегко было молодой советской власти в ту голодную и холодную зиму 20-го года. Хотя и пришло новое время, но по ночам на улицах Одессы зимний ветер завывал по-старому. С той стороны кричат! По-моему, стой! По нашей с тобой милости теперь в Одессе со всех сторон кричат! Поехали! Боже мой! А, меня там! Ну что ж, полюбуйся, пожалуйста, пожалуйста. Прогнали мы единительный петлюр, а какие-то бандиты опять грабят на улице. Вот раздел. И вашего милиционера заодно. Полюбуйтесь, полюбуйтесь. Милиционера? Что ж ты за милиционер такой? Черт бы твоего батька драл, если тебя самого раздели. А я не настоящий милиционер. Я только завтра стану милиционером. А сегодня только прибыл. По мобилизации? Ну да! Нас, рабочих разных заводов, прислали пополнять одесскую милицию. Я как раз шел на сборный пункт. Опять кого-то раздевают. Туда, где стреляли. Смотри же, сидя у тетки в Севериновке, носа не высовывай. Вот еще, боюсь этого чем. Да женится он на тебе. Силой женится. Я тогда знаю, что тебя зарежу, его зарежу, себя зарежу. Сереженька! Маруся. Ой, Сереженька, чтоб ты пропал. Опять уздечку носишь, чтоб ты пропал. Чтоб тебя громом убило. Откуда ты взялся на мою голову? Ну, Марусенька, ну Марусенька, не надо, Марусенька. Садись. Горе ты мое. Не надо чему плакать, чтоб Марусенька. Чтоб тебя отчима не видели. Смотри-ка, красавчик, давно я тебя не видал. А где твоя сестричка, степной цветочек? Опоздал ты. Вот минуту назад укатила. Куда? На село. Какое село? А кто его знает, какое придется. Будет вещи на продукты менять, время-то голодное. Скоро вернется. Когда все поменяет. Пусть скорее возвращается, а то и тебе придется поменять. Что? Эту жизнь на загробную. Спасибо вам, товарищи, за помощь! И чтобы долго не митинговать, чтобы сразу вам стало ясно, зачем вас мобилизовали в милицию, посмотрите! Вот товарищ ваш Шестаков. Без пяти минут милиционер, а его самого уже раздели! Но не все так весело, товарищи. Вот, полчаса назад нашли мы это на убитой работнице. Это оставил бандит, червень, деникинский офицер. Раньше был он просто налетчиком, а теперь стал политическим бандитом. Мстит трудовому народу, метки оставляет.
червень! Бей его! Ну какой же это червень? Да эта книжка мне знакома. Смотрите, сохранил. Ты что, комсомолец? Нет. Ну, твое еще впереди. Володя! Алексей Петрович, ведь это же ваш Володя. Где? Володя! Отойдите. Володя, что с тобой? Володя, что случилось? Что случилось, Володя? Отойдите же, вы затопчете следы. Только что здесь был сам червень. Вот такая морда, маленькие усики и шрам. Боже. Неужели, Володя, по следам можно определить, какие у человека усы или цвет лица? Гениально! По следам можно определить очень многое. Но в данном случае следы затоптаны. Просто я хорошо знаю черня в лицо. Ты знаешь черня, хлопче? Встречался с ним? Еще бы! Я с ним еще встречусь! Володя, ты с ума сошел! Он хочет сводить с ним личные счеты! При чем тут личные счеты? Почему он до сих пор на свободе? Люди, освобожденные революцией, не должны погибать от руки убийц. Ты прав, хлопче. А уж если ты так думаешь, то лучше не трать слов, а иди-ка работать к нам в уголовный розыск. Может, из тебя с твоим стеклышком специалист получится, а? Конечно. Уголовный розыск не филологический факультет, о котором мы так читали. Давайте служить вместе, молодой товарищ. У нас теперь у обоих счеты с чернем. Вот так мы стали вместе на службу новой жизни. Бывший гимназист, никогда до этого всерьез о революции не думавший, и старый рабочий печатник, всю жизнь к революции стремившийся. Мы стали неразлучными друзьями и принципиальными противниками. Я придерживался классической теории сыскного дела, изложенной в сочинениях Конан Дойля о сыщике Шерлоке Холмсе. Виктор Прокофьевич считал, что индивидуалистические методы Шерлока Холмса должны уступить коллективным усилиям самого населения. Пока что нельзя было достаточно уверенно сказать, чей метод лучше, Шестакова или мой. Ясно было только одно, что гимназист намного превосходит старого рабочего в составлении протоколов. Ими зачитывались в уголовном розыске, подозревая во мне нового Шерлока Холмса. Но дед Тарас склонялся к мысли, что автор этих протоколов скорее Конан Дойль. На все операции я и Шестаков ходили вместе. Но я считал, что агент розыска всегда должен быть неузнаваем, даже для самых близких. Поэтому я широко пользовался остатками отцовского гардероба. Шестаков был лишен такой возможности. Все, чем располагал он, было на нем. Мобилизованные в милицию рабочие резко изменили обстановку в городе. Шайка червня металась в железном кольце и все дальше отступала к окраинам. У меня и Виктора Прокофьевича была заветная мечта поймать и уничтожить самого червня. Но червень был неуловим. Из города он ушел туда, где борьба казалась ему легче, на крученые сельские шлихи. И, может быть, не встретиться нам с червнем, если бы не один случай. Созвал я вас, товарищи, по поручению укома партии. В городе мы добились некоторых успехов, прижали хвоста всякой нечисти. А вот на селе нам пока что самим на горло наступают. Кулак попрятал в солому пулеметы и обрезы, зато пустил в ход самогон, спекуляцию, дезорганизацию революционного порядка и подкуп. В таком положении и простая кража кур, и взятка — это выстрел в спину трудовому народу.
Понятно я выражаюсь? Понятно. А кто же лучше тебя скажет, дед Тарас? Ты у нас, что называется, трибун. Но это ты, Иван Николаевич, по старой дружбе переборщил. А, товарищи, с новой силой должны мы взяться за борьбу. Для этого, переходя в наступление, нужно прежде всего заострить наше боевое оружие, очистить наши собственные ряды. Правильно. Враждебных искоренить, неустойчивых воспитывать по всей строгости, невзирая на лица. Правильно. Скажу вам по секрету. Есть у нас в уезде одно местечко, так там за 5 месяцев 3 начальников милиции пришлось сменить. Есть там у спекулянтов и самогонщиков такое волшебное средство, что ни один начальник против него устоять не может. А что же это за средство такое? Сапоги. Сапоги. Но, по правде сказать, сапоги замечательные. Светло-желтой кожи, голенища с раструбами, на раструбах кисточки. Есть у нас точные сведения, что и последний начальник не устоял. Что прикажете с ним делать? Трибунал! А твое мнение какое, Иван Николаевич? А что это за местечко такое? Как называется? Как называется? Забыл. Сделай милость не в службу, а в дружбу. Вон там, на этой жерочке, синяя папка. Принеси, там записано. Что ж ты сидишь, Иван Николаевич? Может, я тебя обидел своей просьбой? Давайте я принесу, товарищ Консим. Это синенькая с тесемочками. Подожди, товарищ Шестаков. Не греми ты своими стукалками, садись, пожалуйста. Так что, если ты не обиделся на старого товарища, прошу тебя, принеси ты мне вот ту папочку. Оружие пускай даст. Под трибунал его, мародера. Ишь какой. Правильно. Товарищ, я не враждебный. Я неустойчивый. А неустойчивый так не стой. Садись. Теперь тебе долго сидеть придется. Товарищ Шестаков, да? Поскольку Севериновский розыск остался без начальника, займешь его место. Помощника себя надежного подбери. Помощника? Хорошо. Есть у меня такой? Не этого ли думаешь? Шерлока Холмса нашего? Мальчик он еще для такого дела. А из кого же мужчины вырастают, как не из мальчиков? Ну, смотри, на твою ответственность. Обстановка в том районе сложная. Разберись и постарайся справиться. Положение здесь у вас сложное. Ну, ничего, постараемся разобраться. Товарищ председатель, да что это такое? Куда смотрит советская власть? Да что ж такое, товарищу председатель, Мусей Карпович? Очи вам заслепило, чего уши позакладало, а? Тихо, граждане бабы! В чем вопрос? А в том вопрос, что всех баб касается. А я из этого вопроса 20 верст пешком отмахал. Да разве ж ты баба? Ты ж дается, будто хлопец. А это всех вопрос касается. Да что это за вопрос, черт бы его батька взял? Он на крылечке сидит, тот вопрос. В полном составе. Куркули, подкуркульники, точнее сказать, самогонщики, спекулянты. Со всего уезда понаехали, ждут. Хлеб от государства попрятали, на самогон переводят. Кого ждут? Нового начальника милиции и уголовного розыску. А зачем же его ждут, граждане, а? Мерку снять. Какую мерку? Сапоги будут шить. Подкупить хотят. Да взятку дадут, как только приедет.
А он уже приехал. Я начальник милиции. Я извиняюсь. Что же это вы без оружия, без формы всякой? А оружие, граждане, не всегда обязательно. Я тут совсем не собираюсь стрелять. Я на вашу помощь, надеюсь. На комнезам, женодел, комсомол. Вместе будем вести решительную борьбу со спекулянтами, самогонщиками. А насчет оружия... Вот приедет мой заместитель по оперативной части. Так вот он будет с оружием. А это что? А то и есть Северинука. А чего дымов столько? Там завод? Кой там завод? А что же? Хлебы пекут. Ня. Вы все разом? Может, то и самогон. Действительно, в Северинушке не все занимались хлебопечением. Кое-кто варил кое-что другое. И этих предприимчивых граждан весьма интересовала личность нового милицейского начальства. Зверь! Граждане, я извиняюсь. Может быть, кто-нибудь из вас купит эти цепи? Дешево отдам. Иди, иди своей дорогой, человече. А то он едет новый начальник угрозыска. Он тебя спросит, чи не дешево ты достал эти цепи. Цепи действительно достались Федьке Быку недорого. Он украл их с общественного водопоя в соседней Яновке и уже десятый день таскал их из села в село, напрасно стараясь продать. Конечно, можно было бросить их. Но к чему тогда было красть эти цепи? Бросить их мешала Федьке профессиональная гордость. Эй, хозяева! Цепи купить не надо! Здравствуйте, гражданин начальник. Здравствуйте, гражданин Бык. Что вы здесь делаете? Ищу невесту. Вы собираетесь жениться? А, боже, сохрани. Это хочет жениться один мой знакомый. А вы здесь при чем? Ну, а невеста прячется от жениха, так он просил меня искать ее. Ну, ладно, садитесь. За что, товарищ начальник? Я же нашел их на шлиху. Кого? Цепи. Нашел. В Яновке с водопоя пропала цепь, то непременно его работа. В таком случае непременно садитесь, гражданин Бык. Вот честное слово нашел на шлиху. Хотите верьте, хотите нет. Гражданин Бык, дайте цепи. Возьмите и несите их в камеру вещественных доказательств. Что, я? Неси, неси. Я их больше носил. Сидите смирно. Всем сразу стало ясно, что новому начальству не знакомы ни страх, ни жалость, ни взятка. Ибо к моему огорчению я выглядел намного моложе своих сапог. Младший милиционер Грищенко, прикомандированный до уголовного розыска, явился. Здравствуйте, товарищ Грищенко. Здравствуйте. А где Виктор Прокофьевич, начальник? Они, как бы сказать, не совсем здоровы по причине живота. Сейчас явятся. Здравствуйте, Владимир Алексеевич. Виктор Прокофьевич, что с вами? Ай, совсем расклеился. Катар проклятый замучил. Ну что ж, принимайте обязанности помощника. А дел у нас с вами по горло наберется.
Вот вам книга ордеров. Вот печать. Спасибо. Пожалуйста, пожалуйста. А что это вы в стуколках ходите? Разве ордер на обувь не получали? Получил. Да другие не получили. Я его отдал. Но ничего, у меня старенькие целые. Ну что ж, особенных новостей у нас нет. За ту неделю, что я здесь, конфискован бочонок самогона у проезжего крестьянина. Еще конфискуем, чтобы не ездили сюда со своим самогоном. Ага. Вот, товарищ Грищенко, обнаружил незаконную продажу кожи. Еще обнаружим. Спекулянта. А як же, чтоб тут не спекулировали. А вот в этого гражданина украли пару коней. Пиши, пропало. Что хочешь, найдем коней никогда. Есть хочу. Не было такого, чтоб коней найти. Товарищ начальник, я ж голодный. Вы меня арестовали, кормите. Я есть хочу. Арестованных не предвиделось, кормить нема чем. А ну, следуй за мной. Бандюга проклятый. Приехали обжирать нас. Иди, иди. Люди добренькі, йдіть до мене. Беріть у мене добра сметанка, куштуйте. Не туди. А вон куди. Марусенька, налийте йому молочка. Чтоб я пропал, если это не ее глаза. Невесточка, гражданка, арестованный вид запрещается. Так это ж проклятого черня первый помощник. Это правда, Виктор Прокофьевич. Гражданин. Гражданин. Ну. Ну, идите, гражданин. Бежать мне надо от этого черня. Разыскали проклятого. Напрасно. Именно здесь вы можете себя чувствовать в полной безопасности. Совершенно верно. Тут за Марусенькой многие хлопцы побиваются, так что есть кому за нее заступиться. Ого! Тут не только черню. Тут и какому-нибудь начальнику тоже за нее бока наломаю, так что только держись. Вот это вещественное доказательство по делу ограбления курятника в Петроверовке. А чего так мало? А что же еще, когда там всех курей украдено? А вот цепей в нашей камере вещественных доказательств еще не было. Товарищ начальник, вы же не туди дивитесь. Он, де наши милиционеры, на крылечку сидят. А зачем они мне? Якщо не они вам, так вы им очень нужны. От имени всех наших 8 милиционеров и от меня лично вам заявление. Просим выдать во временное пользование по 1 фунту постного масла. Ну что ж, если во временное, пожалуйста. Хотя нет, как же так, Грищенко? Постное масло и вдруг во временное пользование. То есть, как сказать, все, что мы имеем на этом свете, товарищ начальник, все это у нас во временном пользовании. Так что, сами понимаете. Нет. Масло я вам не выдам. Здравствуйте, Виктор Прокофьевич. Мое почтение. Здравствуйте, гражданин Бык. Ну как? Думали про мои слова? Ваши слова золотые слова, Виктор Прокофьевич. Но так сразу переменить свою жизнь... Да что вам жалеть и ваша та жизнь? Никудышняя на вас. Право слово. Эх, Федор Степанович, послушайте меня еще раз. Так не уедете? Пока нет. Здесь у меня хоть свой человек есть. Свой? Ну да, тетка тут у меня. А, тетка. Да ну ее, заставляет меня молоком торговать. А я рыбачка. Еще будете? У нас в Яновке только один милиционер, Горобчик. Да и тот не милиционер, а жулик. Взятки берет. Брешешь, не беру. У кого я брал? Ну? У кого я брал? А вот того дядька брал. Что на фурване сидит? Ба! Я... Постойте, постойте. У этого? Ну да.
Брал? Я не брал, он не давал. Я не давал, он не брал. Ну вот, ну, поищите. Здорово, Грищенко. Здорово. В Северинку не подвезешь меня? Отойди от коней. Чего тебе в Северинку? За сестру повидать надо, очень надо. Жива, здорова, торгует. Там у нее оптовый покупатель завелся. Кто такой? Новый начальник уголовного розыска. Целый день молоко пьет, с нее глаз не сводит. Я ему голову поломаю. Отойди от коней, отойди, говорят. Ну, нам не такая дохлятина. Грищенко! Вот Грищенко. Горобчик обыскал этого гражданина и ничего не нашел. Помогите ему. Покажите класс обыска, Грищенко. Чего стал? Ищи, а то сами возьмемся. Что-то с капустой. Ты зай. Кожа. Здоровый кусок. Там милиционер, хлоп. Опять что-то. Жуга кожа. Кожа. А самого он удивился. А ну, дядько, підніми то, на чому сидиш. Да ти вже все давно нашел. О, где-то я тебя, парень, видел. Да вас не, дядько, вас не. Фу, отойди от коней, отойди. Сахарин. О, опять сахарин. Что ты скажешь, а я и не видел. А почему очи твои петлюровские не видят, где самогон варят? Казанка, если вы видели, сами скажите, где не варят. Не скажу. Не надо. Пускай не говорит. Я вам скажу, где варят. Хлеб. Борщ варят. Самогон і сливи гонять. А тут із маляса, ану пішли. Так от, друзья, кого на світі більше, жуликів или чесних людей? Чесних. А якщо всі чесні люди об'єдняться? Да скоро и милиции, и уголовный розыск без работы останутся. Ну, как хотите, Володя, а мое мнение такое. В нашем деле главное не ползание на четвереньках со стеклом, а поддержка населения. Конечно, это не мешает. Но розыск без научных методов – это красивая пени без школы. Или надо быть талантом-самородком, как Грищенко. Кстати, Грищенко, у вас с детства такое обоняние? Или вы развили его упражнение? Сколыбели! А почему это, Грищенко, ваше обоняние действует только в Яновке? В своем селе будто сильно слабеет. Кто я знаю. Может, в Севериновке воздух не тот, а может, ветер не с той стороны дует. Ну, хватит вам. Если у нас и дальше так пойдет со всеми спекулянтами и самогонщиками, мы действительно останемся безработными. И тогда, Виктор Прокофьевич, вы будете лечить свой катар желудка, а я и Грищенко. Шо це? Поглядите. И за что сволочи человека убили? Ну что они могли взять? Пару тощих коней или кожух драны? Да это ж Степанюк.
из комитета бедноты. Вот за это и убили. Открой, Марусенька, то я. Сережа! Мне тут Червень приказывает. Даю тебе 2 дня срок, или сестру приведешь, или пулю слопаешь. А сестру мы все равно найдем. Схватись от него, Сереженька, тягай из Одессы. Здесь у нас хоть защита есть. Да какая еще защита? Вон, бачишь, Ванек, все спят, один он не спит. Начальничек, молочко пьет оптом. И что тебе за цыганка наворожила, что у тебя все женихи из казенного дома? Как будто нарочно придумала. Гони ты его, иначе все косы тебе побрывают. Да что, он парень хороший, честный. Хороший, честный. Он твоему брату первый враг. Куда? Пойду расскажу, где Черни найти. Зачем? Да пусть перестреляют друг друга, сразу от двоих избавлюсь. Стой! Ничего, Марусень, кто на счастье? Счастье? Какое твое счастье? Воровское? Ну и пускай и воровское. Все спят, один он не спит. Послать такое дитё против Черни, шлёпнет он его и всё. Нет, видно, самому придётся достать нож и... Да вот здесь как они! И думать не смей! Ох, и кони огонь! И думать не смей! Владимир Алексеевич. Володя! Володя! Да, что такое? Только что Федька Бык сказал, где можно найти Черня. Уточняю план операции. Я провожу разведку. Завтра в Одессу так. Вы прибываете вместе с Грищенко. Хорошо. Да, а кого же оставить вместо нас? Может быть, Жменю, он самый опытный. А Орленко? Но ведь он еще... А он комсомолец. Войну провел. Нет уж лучше подальше от опыта Жмени... И поближе к комсомольской неопытности. Ей можно больше доверять. А ему можно доверять? Я же дал честное слово честного человека. Адье, товарищ начальник! Свободный привет от свободного гражданина! Thank you.
коні мої. Рятуйте! Люди! Держіть! Разве на таких конях догонишь красавчика? Да они подохнут по дороге. А ну не мешай действиям уголовного розыска. Хорошие кони. И на таких догонишь. Грищенко, это действительно был красавчик. А кто его знает? Может, и не красавчик. Нет, это был красавчик. У меня есть необыкновенное доказательство. Добрички, рештори слабі. Та ніякі не слабі. Ти сам говорив, що коні нікуди не годяться. А ну ви хороші. Я тобі в тебе так, 6 пудов весу буде. Каких 6 пудов? Каких 6 пудов? Слушай, подождите. Подождите. Слушай, я же должен сам. Постите. Постоп. Товарищ начальник. Товарищ начальник! Грищенко, придержите коней! Подождите минуточку! Я с вами поеду! Куда? До Одессы, ей-богу, очень нужно, возьмите нельзя. Меня! Нельзя, мы же находимся в погоне за преступником! Ой, и я за преступником! Не имеем права, возможно, стрелять придется! Ой, Мишенька, так возьмите меня непременно до Одессы! Грищенко, вы видите ее! Грищенко, простите, начальника, а ну, меня! Гражданка Цимбалюк! Это... Марусенька, вылазьте, вы же там молоко оставили, торговлю свою! Да пропади она пропадом, какая я торговка! Возьмите меня до Одессы! Товарищ начальник, может, действительно человеку очень надо? Что значит надо? Мы же не взяли потерпевшего хозяина. Сами говорили, кони плохие, ссоры слабые. Так кто ж дядька, это девчина. Дивка не дядька, а дядька не дивка. А. Он! Кто? Красавчик! За горбочком! Ню, инвентарная скотина! Ню! Ой! Опять? Ой. Почему вы хватаете меня за руки, гражданка Цимбалюк? Ой, Лысенко! Стой! Стой! Кому вы кричите стой? Вам, кому же? Ой, я думал, что красавчик. Гражданка Цимбалюк, выйдите сейчас же из брички! Никуда я не выйду! Вы мешаете мне стрелять! Не дам я стрелять, не дам! Как так не дадите? А так не дам! Это же брат мой, брат! Брат? Это ее брат? Это правда? Якщо не бреше, так правду каже. В погоню! Он же удерет! Это ж весь день гнали, тепер всю ніч гнать. Ню! Інвентарная скотина! Ню! Будьте любезны, скажите, пожалуйста, вы зеленые фургоны вороных жеребчиков по дороге бачили? Бачу, бачу. Он за тем горбочком. Пошел. Гражданка Цимбалюк, имейте в виду, вам придется объяснить следствию, зачем вы отправились вслед за братом в Одессу. Чтобы спасти его. От кого? От вас. И от черни. Ну, как бы вы стали спасать его от черни? Найду того черня. Скажу, что хочешь, делай, брата не тронь. Хочешь замуж брать? Бери. Марусенька, гражданка Цимбалюк, что вы говорите? Марусенька, замуж за бандюгу. Пойду. Когда свадьбу играть будут, возьму сусала нож. Прямо в грудь ему. Да разве ж нож со стола годится для такого дела? Ну так я вилку возьму и всажу ему прямо в шею, чтоб насмерть. Что случилось, Грищенко? Кони пристали. Что же делать? Не стоять же здесь до утра. А чего бы не постоять? Против природы не попрешь. Что с вами? Вам страшно? А что же? Вам холодно. Нет, товарищ начальник. Так она сильно не согреется. Слезайте, Марусенька.
Слезайте, слезайте. Вот так. А теперь давайте сядем вон туди, в затишок. Сідайте. Вот так, по степному, по чумацкому. Может быть, я с другой стороны сяду? Не беспокойтесь, товарищ начальник. С той стороны не дует. Садитесь, товарищ начальник, садитесь, вам самим холодно. Грищенко, все же мы должны продолжать погоню. Если красавчик уйдет, мы потеряем всякую возможность опознать фургон и коней. Ведь у следствия нет ни одного доказательства, ни одной приметы. Приметы? Ха, та я всі приметы бачив, коли він проїжджав мимо. Значить так, заднє ліве колесо нове, спіце не крашене, на задку розочка, жеребці ворони і дварші на два вершка, що і що, хвости стрижені. От, правда, не заметил, чи то був красавчик, чи ні. А такая примета у меня есть. В общем, примет достаточно. Вы молодец, Грищенко. Вы рождены для угрозыска. Та и вы тоже, товарищ начальник, рождены для этого дела. Не знаю. Я раньше думал совсем о другом. Я мечтал стать писателем, поэтом. А Сережка доктором мечтал стать. Сперва матросом хотел, потом доктором замечтал. Очень ему это нравилось. А стал конокрадом проклятущий. Не журіться, Марусенька. От піймають красавчика, посадять його в тюрму. Что? Та... Да что вас самих посадили? Та ну що ви, Марусенька. Советская тюрма не только карає. Вона ж это исправляє. И от спросите у товарища начальника. Это правда, Марусенька, гражданка Цимбалюк. Вот, например, Федька Бык уже решил стать честным человеком. И будет. Вы мне верите? Вам верю. Эх, если бы она так была. Своими руками привела Сережку в тюрьму. Сиди и справляйся, проклятущий. Погоню! Какую погоню, товарищ начальник? Вы ж бачите, что наши кони еще не отдохнули. Та девчина. Что вы меня толкаете? Сказано погоню, значит погоню. Погоню! Товарищ начальник, прошу вас, догоняйте Сережку. Пусть сидит проклятый и справляйся, Грищенко. Гоните, встаньте! Не знаете. Чтоб рідна сестра рідного брата в тюрму, это уже против природы. Ня, вещественные доказательства! Добрым утром. Здравствуйте. Послушайте, вы не видели тут в бричке девчина не сидела? Не видел. Грищенко? Грищенко? Не. Что не? Без закуски это дело не пойдет.
Давай два кнеша. Да. А я вас узнал. Я даже знаю, как вас зовут. Вас зовут Сережа. Я и прозвище ваше знаю. Какое еще прозвище? Ваше прозвище Сережка, пробей ворота. Вы были хавбеком рыбацкой команды «Морской лев». А я был голкипером у гимназистов. Он Жироновский котята. Ну, конечно. Узнал. Вы, Володька, сочинитель. Правильно. А вы где теперь? А вы? Я работаю в одной организации. Ну, а я работаю в другой организации. Послушайте, вы спрашивали про девчину? Да. Она пошла вон туда, в контору, и сильно плакала. Плакала? Слезами заливался. Где контора? Вон там! Стой! Стой! Стрелять буду! Стой! Идите на мою квартиру, Грищенко, и узнайте у моего отца, нет ли каких-нибудь сообщений от Виктора Прокофьевича. Слушаю, товарищ начальник. Арестованного я сам отвезу куда следует. Арестованный Цымбалюк, правьте в уездный угрозыск. Сам себя в тюрьму вези. Ну и житуха настала. Арестованный Цымбалюк, это ваша работа? Ну, моя. А как это ко мне попало? Меньше спать надо, а то все проспите. Девчину какую-то уже проспали. А вы знаете, кто была эта девчина? Это была ваша сестра, Маруся. Маруся? Да. Она в Одессе? В Одессе. Из-за вас. Она хочет сама пойти к черву. Гражданин начальник. Володя, Володька, отпустите меня. Чем угодно клянусь, я приду, сам приду. Ну, прошу, вот, отпусти ты меня. Володя. Пойми, не могу я, понимаешь? Не имею права. Но я же упустил красавчика. Да ну, но зато ты поймаешь червня. Червень вот это красавчик. Володечка. Папа. Боже мой. Что с тобой? Потом, потом, это от Шестакова. Я иду, товарищ начальник. Давай быстро свой куда пиджак. Куда ты, Володя? Погоди. Скорей, скорей. Вася, вот как так? Грищенко, Вася. За мной. Куда? Так вот же. А, наконец-то. Ну что ж, возьмите с собой человек 20. Так 20 это же много. Надо, чтобы было все незаметно. А 20 сразу бросится в глаза. А сколько по-вашему, товарищ Казаченко? Столько, сколько наметил товарищ Шестаков. Трое. Я, он и Грищенко. Ну что ж, если так вернее, их там будет только двое? Двое. Надеюсь, справитесь. На всякий случай надо проследить за ними. А вдруг понадобится помощь. Выполняйте ваш революционный долг. Есть! Есть. Володя! Ну, Володя! Вон там, за балкой, находится малина, где червень должен встретиться со своим приятелем. Если червень там, у дверей слева будет стоять лопата. Пошли! Нехорошо, что мы идем гурьбой. Они могут подумать, что мы идем облавой. Еще неизвестно, кто кому облаву готовит. Чи мы на них, чи они на нас. Ваши стукалки за версту слышно. Ничего, я их сниму, если надо. Значит так, Володя, я с Грищенко пойду вперед, а вы останьтесь шагов на 50. Будете тыл защищать. Мы с Грищенко пойдем первыми, а вы... За что? Почему я должен оставаться сзади? Уже поцапались.
Ладно, я пойду сзади. Хорошо. Володя, ну что вы за человек такой? Вы обязательно хотите всех бандитов сами переловить. Но дайте мне, старику, раз в жизни поймать преступника. Видите, Грищенко, лопата. Значит, червень здесь. Подождите. Чуете, спевают. Ну и что? Хор. Ну и что хор? А то, что хор это не один и не два, а много. Понятно? В магазине, на руках, на лесу, на краю. И пусть небо увидит отныне, как я страстью волшебной горю. И пусть небо увидит отныне, горькое, как я страстью волшебной горю. Я по свету, как горько! Я по свету, как буря, пройдуся. И разграблю я сто городов. И с добычей я к милой вернуся. Тихо! И с добычей я к милой вернуся. Чертяка их разберет, сколько их там в этом хоре. Придется отложить до другого разу. Другого раза может и не быть. Пошли. Вы открываете дверь, я вхожу первым. Ну? Вот вам зараз буде, ну. Давай. Граждане, ведите себя разумно. Вы окружены превосходящими силами. Правильно. Поэтому прошу вас поднять руки вверх и сидеть спокойно. Гражданин, повернитесь удобнее для обыска. Yeah.
сколько патронов? Хватит. Выходи безоружными, спиной вперед, с поднятыми руками. Кто не подчинится, взорву. Их всего двое! Молчать! Взорву! Виктор Прокофьевич! Спокойно, товарищ начальник, не волнуйтесь, це я. Я руки підняв, боявся, щоб ви мене з переляку не шльопнули. Кріщенко? От здорово, ти цел! Не зовсім, товариш начальник. Як почалась оця катавасія, так на мене з тієї банди, схопивши ножі, набросились дві душі і перекинули стіл з посудою. Ну і поки я там тузив їх у темноті, мене якась клята душа таки чим спирнула. Не сильно, а болить. О! Вілка? А де Віктор Прокофьевич? Красавчик? Добрий вечір, гражданин начальник. Сьогодні ми з вами як нітка з іголкою. Куда ви, туда я, куда я, туда ви. Маруся, іди сюди. Що ви тут робите, гражданка Цимбалюк? Убила червня. Червень. Наповал. Я вас поздравляю. Но это не я. Это гражданка Цимбалюк. Вилкой. Шея. Какая вилка? Какая шея? Две пули в лоб и все. А кого же я? Темнота там была, Марусенька, так что не стоит об этом больше говорить. Две пули в лоб? Так что разрешите доложить, красавчик пойман, червень убит, операция прошла без потерь, раненый есть, Шестаков сильно, и я... Ранен? Трошечки. Вы ранены? Не опасно, а месяц все-таки продержим. Месяц? Так вы уж будьте добры, подлечите его там от хронического катара. А то, может, другого удобного случая не представится. Вот получилось-то как. Когда я крал этих жеребчиков и этот фургон, думал сам себе счастье краду, а получилось, что сам на нем в тюрьму ем. А может быть, все-таки права, Маруся? Прошло несколько лет. Садитесь в кресло. А? Снимите платок. Откройте рот, покажите, какой зуб болит. Красавчик? Доктор Цимбалюк, не закрывайте рот, покажите зубы. Хватит. Довольно ты моим конем заглядывал зубы. Хватит. Сидите спокойно. Откройте рот. А? Так. А где теперь вороные жеребчики? Продал. Из-за тебя продал. Теперь они на государственной службе. Попробуй тронь. Теперь не трону. У меня пациент. Так мы ж тільки на одну минуточку. Разрешите, доктор Цимбалюк, от имени всех нас и от меня лично поздравить вас с первым рабочим днем и с первым пациентом. А куда же пациент девался? Сбежал.
Рассказ мой пришел к концу. И хотя первый пациент сбежал от доктора Цымбалюка, доктор не жалеет об этом. Ему кажется, что вместе с бывшим хозяином вороных жеребчиков окончательно бежало прочь все прошлое. Теперь он больше не идет против времени, а рядом с остальными героями моего рассказа шагает по жизни в ногу со временем и даже обгоняет его. А ведь это дает и силу, и счастье, не правда ли?